Я приветствую подписчиков и зрителей канала, с вами Бади. И хоть убейте, но я не хочу начинать новое прохождение свежевышедшей игры Sniper Ghost Warrior. Вторая часть по той причине, что сейчас у меня на канале, не знаю, сколько, 4 подряд игры параллельных прохождения. Еще пятая я просто физически не потяну, это надо просто садиться с утра до вечера и играть в компьютер. Поэтому мы просто посмотрим, что из себя представляет игра, как она начинается. А напомню, это творение такой компании, известной, ну, даже можно сказать печально известной, City Interactive, польская компания, которая своими творениями ввела в обиход геймеров такое понятие, как польский шутер, то есть, значит, плохо сделанный и не стоящий внимания. Первая часть вышла относительно недавно, но и, надо сказать, она немножко изменила мнение общественности об этой компании, но все равно не смогла компания закрепиться среди производителей компьютерных игр 3А класса. Вроде как в этой второй части они должны были исправить все ошибки, допущенные в первой. Давайте будем смотреть, что у них из этого получилось. Новая игра. Средний уровень сложности. Первый акт. Операция «Полузащитник Филиппины». 16 часов по местному. Одна неделя назад. Ну, давайте смотреть. Игра должна быть на русском языке. С русской озвучкой. Я еще и выставил субтитры для вашего удобства. Нажмите Enter, чтобы начать. Уперёдушки. Поступим таким образом. Келлер, идешь со своими ребятами вдоль реки. Остановитесь на берегу позади радара. Мы с Андерсоном отрежем от вас подкрепление противника, чтобы не тревожили. Встречаемся там. Идет. Удачной охоты. Что за фигня? Хорошо. Давайте чисто осматриваться. Двигаю. Так, ну, небольшой туториал для того, чтобы дать нам понять, как вообще функционирует игра. Для тех, кто не знает, напомню, игра сделана на движке CryEngine 3. То есть, внешняя игра должна быть на достойном уровне, но я пока смотрю, что, конечно, лучше по сравнению с предыдущим. А предыдущая, я напомню, была сделана на Chrome Engine. Здесь должны быть ощутимые... Стой, зря не палить. Изменения. Контакт. Один солдат. Так, они меня очень стреляют, да? Готов. Подожди, подожди, я не готов. 3, 2, 1. Хорошо, вот оно наше первое убийство. Парень сарая, видимо, ничуть не умнее. Теперь его очередь. Черт, что он делает? Кол, посмотри в тепловизор. Смотрю в тепловизор. Перевели какает его. Или писает. Так. Ладно, выдвигаемся. Попал. Осторожно. Неплохо. Что у нас еще? Пистолет с глушителем. Стандартный набор любого снайпера. Нет, ну игра, конечно, выглядит намного данные о том, как охраняют этот радар. Красивше, чем первая часть. Он весьма эффективно нас блокирует. Поэтому нам и нужно его вырубить. Иначе наш отход после того, как штурмуем отель, получит название «Операция Задница». Сразу заметно, смотрите, какая отличная игра света-тени, да? То есть свет, пробивающийся через ветви деревьев. В принципе, графически игра удобоварима. То есть пока вот так на первый взгляд я играть можно. И для тех, кто не зажрался кризисом, вполне достойная справа картинка. Кажется, их только двое. Давай вместе. Правый мой. Приготовься. 3, 2. Нет, мать твою! Что за фигня? Ты же сказал, правый твой. Перед тем, как выступать в задание, знакомься с окружением. У него что, разные понятия о правых и левых? Идешь со своими ребятами. Так, ну давайте с этого же места, где я косячну. Хотя я не уверен, что я косячну. Он сказал, правый мой. Я убил левого.
Судя по всему, мой парень, я товарищ, не поднимайся. И инструктор справа путает право-слева. Кажется, их только двое. Давай вместе. Правый мой. Приготовься. Три. Два. Стой. А, ну понятно, в чем прикол был. Здесь еще выбежали. Я рано стрельнул. Их слишком много, придется обходить. Идем по моему сигналу. Голову не поднимать. За мной. Мне, думаю, как у вас, так же, как у меня, ностальгические чувства по Call of Duty Modern Warfare, когда Прайс нас там вел через Припять. Если я ничего не напутал, конечно, я могу запамятовать, у меня есть такое свойство. Ну, по крайней мере, все помнят эти знаменательные уровни. Вообще, по моим наблюдением, большинство людей любят играть именно за снайперов, то есть если игра дает такую возможность, согласитесь, чувствуешь себя к нам, не шевелись. Чувствуешь себе какую-то силу, когда сидишь и можешь убить человека в любой момент. Это у нас работает снайпер. От кого информация? Информация лично от кучки трупов, дырками от пуль. Показалось, наверное. Кажется, работает снайпер и штурмовая группа. Думаешь, они движутся сюда? Это сказал американец. Что-то знает, но нам не говорит. Слышал? Про каких американцев они говорят? Не имею ни малейшего понятия. Подумаем над этим позже. Сейчас есть дела поважнее. Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Босс отдал какой-то новый приказ. Я уже говорил, но что мне нравится, это вот именно вот игра света тени. Здесь она выполнена довольно неплохо. Я люблю такие вещи. Эта игра должна вывести эту компанию, если не в лидер игровой индустрии, но хотя бы в ряд достойных ее представителей. Посмотрим. Я немножко почитал отзывы, так, бегло. Похоже, ее восприняли. Это двигатель, пригнись. Не так, как ожидали сами разработчики. Очень много к игре нареканий. Я пока заметил только, что немножко корявая анимация, но это... Так, на первый взгляд, надо поиграть подольше. В принципе, атмосфера у игры есть. Не поднимайся. Сижу. Берешь ближнего, второго оставь мне. Так, давайте, это мы любим такие вещи делать. Иди к папочке. Оп. Хорошо. Я первую часть играл на выходе. На центральном участке множество целей. Разыграем комбинацию осторожно. Готовься. Я буду называть цели. Готов. Внимание, противник движется в нашем направлении. Отставить. Рядом с нами катер, не стрелять. Черт побери. Да, я знаю. Попробуем переждать. Так, ждем вот этого парня, да, надо выцеливать. Что случилось? Почему ты тут остановился? Чёртов двигатель заглох. Ржавый ненужный кусок дерьма. Может, бензин кончился? Подожди-ка, пойду посмотрю, может, в кузове есть. Чёрт, спокойно, пока не стреляй. Эй, стой, за работу. Что? Всё равно надо проверить. Нам повезло. Садись поудобнее. Еле пронесло. По лодке чисто. Вышиби ему мозги, раз уж он там. Хорошо. Чисто. Так, парень на причале один. Огонь разрешаю. Есть. Огонь разрешаю. Повышенно дострелять. Цель возле костра. Движется. Посмотрим, куда он пойдет. Я люблю такие игры, когда нужно просто чисто. Лежать. Давай и наблюдать. Хорошо. Слева. Снимем их одновременно. Так, только давай не будем путать право-слева. Хорошо. Хорошая работа. Идем. В принципе, пока легко, но это туториал. Говорит 31-й. Мы на западном берегу. Сопротивление минимально. Время прибытия к месту встречи тоже. Прием. Все, понял, 31-й. Так держать, Келлер. Ура!
Я вам скажу, мне пока вот то, что мы играем, мне все нравится. Достойная картинка. Относительно легкий геймплей. И, видимо, из-за того, что у меня средний уровень сложности, вы видели, да, на экране красную точку? То есть идет расчет того, куда полетит пуля. Я не тупо сам рассчитываю перекрестие, да, а мне помогает это сделать сама игра. Но для желающих, видимо, можно включить хардкорный режим, и все это придется делать самому. Не проскользнуть. Берешь того, что справа, я нейтрализую второго. Хорошо. Перезарядимся. Вот если бы игра была вся в таком ключе, я бы ее полюбил, потому что я люблю, когда не напрягаясь, и в то же время интересно. То есть просто говорят, убейте дядьку, все, двигаешься дальше. Не стреляй. Как кино. Я думаю, игра нам предложит такой под причал. Коридорный геймплей, то есть наподобие что-то, как было в последнем кризисе. То есть относительно большие локации, но в то же время коридорные локации. Не поднимайся. Уровни. Да я не поднимаюсь, что ты мне... Че, нуба нашел, что ли? Не, в принципе, у игры атмосфера такая, как я люблю. То есть пока играть интересно. Если он будет всю игру нас сопровождать, ладно, выдвигаемся. Будет отлично. Осторожно. Если придется орудовать только снайперской винтовкой и только на расстоянии, это вдвойне меня порадует, потому что первую часть я не договорил, я поиграл, наверное, где-то с часик, ну и забросил, потому что, ну, ни о чем игра была. Приходилось и в ближнем бою воевать, немножко издалека, но меня она особо не впечатлила. Здесь же пока все, пока нравится. Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Если ничего мое мнение об игре не поменяет, то мы сделаем прохождение на канале. Так. Залази быстрее. Враг впереди. Только немножко снимаем попозже. Его по-тихому. Понял. Когда я пройду хотя бы несколько игр. Так, его мы замочим в рукопашечку. Иди сюда, родной. Ой. По печени. Хорошо. Проходим дальше. По мне так все игры, ну не все игры про снайпера, вообще вот игра про снайпера должна быть именно в таком ключе. То есть только незаметно, только издалека и только наверняка. Если приходится еще бегать и воевать там с 10-15 супостатами с автоматом, это уже не игра про снайпера, согласитесь? Я играл вот в недавно это тоже вышедшую с годик назад снайпер элит. Гражданский спортивный самолет, очень старая модель. На вид очень неустойчивый. Думаешь, стоит его трогать? Вряд ли у нас есть выбор. Эта чертова железка закрывает нам обзор. После вас. Так, ну тут у нас что, Лара Крофт в перемешку с Uncharted'ом начинается? Так, какие ставки? Я ставлю 95 вот рублей, дерьмо. Что он сейчас упадет. Заканчиваем здесь и линяем. Так, я быстрее бежать не могу. Да, катсцена. Б, чтобы использовать что? Бинокль? Ну, давай посмотрим. Можешь спрятать оружие. Хорошо, приближение. Это будет очень непросто. На достойном уровне. Там снайпер. Ну, как всегда. Это наш, нет? С правой стороны лагеря идти нельзя. Слишком долго нужно быть в воде. Нас порвут в клочья. А вот слева все наоборот. Думаю, мы сможем с ними справиться, если сыграем грамотно. Стреляй по моей команде. Точно здесь решает все. Справимся. Так, вот это что там? Начнем по порядку. На берегу двое ремонтируют лодку. Сначала сними того, что возле мотора. Хорошо. Красная точка то появляется, то не появляется. От чего это зависит, я не понял. Мы будем примерно стрелять с учетом ветра и снайпер нашего расположения. Доме. Он цель номер один. Да я, кстати, да, он такой забавный. Какой-то хреновый снайпер, если он не видит двух напротив себя. Согласитесь? Так, а вот точка появляется. От чего он зависит? Хорошо.
По крайней мере, она очень сильно помогает. Смотрим влево. Парень кружит, как стервятник вокруг здания. Жди, когда он скроется за левой стеной. Понял. Если я правильно его понял, то мы пока ждем. Сейчас стрелять рано. Левая стена — это вот это. Точка появляется на время, что ли? Я не понял. От чего это зависит? Да, вот она. Момент, сейчас профукаем. Так, где моя точка-то? Я не понял. Хорошо. Вовремя она появилась. Не понял, от чего это зависит, если честно. Надо посмотреть. Да, вижу. Стреляй в рацию, это их отвлечет. Она в нише с правой стороны дома. Вижу. Так, давайте посмотрим, как она появляется через время. Отлично. Отвлекло. Теперь это убираем, правильно понимаю? А теперь давай. Не вовремя я убрал прицел. Где моя красная точка? Дайте мне красную точку. Вот, отлично. Точно в цель. Теперь займись другим. Так, 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 так. Точку дайте. Ай, падлы. Хорошо. О, здесь даже такая анимация будет. Анимация пули, летящей. Убийство подтверждаю. В последнюю цель. Вы только что крупно облажались. Черт побери, держись за что-то. Плывите на поверхность, пока у вас не закончился воздух. Понял. Не так уж и глубоко. Так, дружище, ты где там? Все, вижу. Бог ты мой. Точно. Ой, палево. Давай, нам нужно исчезнуть. Они тут все обыщут. Что пищит? Мины? Так, я вижу раз, два, три, четыре, пять. Забудь, нам никак нельзя светиться. Пять целей. Этот старый кусок металлолома наконец упал с утеса. В квадрате чисто. А то, что у вас весь лагерь кишит трупами, давай, вы не заметили, да? Бежим, бежим. Всегда приятно за кем-то следовать, не придумывать самому стратегию. Хотя я думаю, в дальнейших нам придется то, что у нас сейчас учил наш коллега, делать самим, то есть планировать убийство, планировать, кого засветить первым. Так, а что, их двое, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой. Там кто-то есть. Так, я не понял, что за прикол? Ты-то что не стрелял? Я пока не понимаю, когда точка появляется, а когда нет. Хорошо. Это что сейчас было? Мы запалились? Да. Че, дружище, ты справишься? Нет? Да. Видимо, я что-то сделал неправильно. Убить их одной пулей? Хорошо. Отличный выстрел. Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Нужно еще подстроиться, блин, чтобы... Ой-ой-ой, я понял теперь, что это за сигнал. Чтобы пересечь пляж, нам придется... Тебя здесь замечают. Заложим в этот дом заряд С4. Они отвлекутся, и мы найдем в их обороне слабое место. Понял. Так, что ты мне предлагаешь наверх лезть? Хорошо. Так, из-за угла здесь выглядывать нельзя. Так, отлично. Это аптечка, что ли? Можно ее взять, нет? Давайте попробуем.
Максимум аптечек. Как в том же кризисе, да? Максимум брони. Тут максимум аптечек. Хорошо. Хорошо. Заряды готовы. Ладно, выдвигаемся. Взорвем, когда отойдем на достаточное расстояние. Так, ты меня-то подожди, дружище. Здесь можно было спуститься. Знаете, что-то в этой игре есть, но... Мне надо посмотреть, что будет дальше, то есть... После часа-двух игры. Вперед. Давай. Давай сюда. Потому что игра, по идее, предлагает тот стиль, который предпочитаю я. Кто смотрит мои прохождения, знает. То есть я, если позволяет геймплей, стараюсь избегать столкновений, обходить врагов и действовать скрытно. Не всегда это, правда, получается, но... Это уже вопрос вторичный. Стой. Стою. Да стою же я. Хорошо. Почему он пищит? Нужно подготовиться к встрече с противником. Вперед. Ясно, что они пришлют настоящих профи. Отлично проинформированных и вооруженных. Озвучка так себе, голоса не очень... 4, не очень естественные. Хорошо. Пусть пройдет. У меня там заначка была. Так, он же нас заметил. Сработало. Нужно шевелиться. Быстрее. Твою-то мать. Да быстрее. Че ты тупишь-то? Чертов свет сбил меня с толку. По-моему, запалились. Мне этот писк, говорящий о том, что на нас обращают внимание, быстрее. Раздражает. Очень быстро. Чё ж ты бежишь-то, дурень? Я бегу так же, как ты. Почему я при этом запаливаюсь, а ты нет? Куда ты пошёл-то? Друг. А, ты снял кого-то? Ну, молодец, хвалю. Теперь чё? Ну ничего, ты такой умный парень. Ладно. Видимо, это по скрипту так и должно было быть. Потому что другого объяснения у меня нет. Или он так подстроился под эту ситуацию, и здесь настолько великолепный искусственный интеллект, что он сразу нашел решение проблемы того, что я запалился, и убрал двух. Но вообще, CryEngine 3 должен давать не только хорошую картинку, но и... достойный искусственный интеллект. Посмотрим, как это будет реализовано. Так, куда ты несешься? Не стреляй. Подождем. Жду. Чисто. Давай, стреляй. Куда стрелять-то? Он ушел. Хорошо. Без точки обошлись. Не пойму, как она как-то рандомно появляется. Снимаем их одновременно. От чего это зависит, я не понял. Цель уничтожена, иду вперед. Хорошо. Железная дорога какая-то. Посреди джунглей. Пошел, пошел, пошел. Пошел, пошел, пошел. Давай. Чисто, двинули. Без проблем. Вообще, для тех, кто разбирается в прицелах, разбирается в оружии. Не высовывайся. Особенно в снайперских винтовках. Вдвойне интересно играть, да, на хардкорном режиме, когда ты должен сам высчитать ветер, направление и все остальные параметры, которые влияют на полет пули. Так, что ждем-то? Там ниже куча солдат. Чтобы двигаться дальше, нам нужно их отвлечь. Я приметил, бензобак этого грузовика должен наделать немало шума. Перебей его. Говно вопрос. Не будем тратить время. Путь свободен, продвигаемся. Интересно, на протяжении всей игры так будут подсказывать, что делать, или все-таки придется самому выискивать эти бензобаки и какие-то слабые точки, которые влияют на геймплей. Посмотрим.
Пока поначалу игра вообще никаким образом не разочаровывает. То есть все неплохо. Я играю, кстати, на максимальных настройках. Картинка достойная. Они нам подыграют. Принято. Баллистика тоже, на, ну не сказать, что на высоте. Я не особо в этом разбираюсь, чтобы об этом судить. Но для такого моего дилетантского уровня, простого парня, давай, который стреляй. Играет в компьютерные игры, все вполне достойно. Прямое попадание. Иду вперед. Благодарю. Так, теперь снайпер чё? Вдалеке на колокольне. У него отличный обзор. Нужно его снять. Вижу. Но только если бы он был нормальным снайпером, то далеко стрелять-то, блин. Видимо, попал. Хорошо. В этом районе несколько одиночных противников. Нейтрализуй их издалека. Выследить их можно через бинокль. Давай. Так, вот эти вместе стоят. Там одинокий. Это он меня уже учит самостоятельности, да, я так понимаю? Давайте пробовать. Я пока вижу только этого. И вот этого вдалеке. Так, где он там? Хорошо. Так, он теперь смотрит за тем, как я это делаю. Так, 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 палят меня, палят, палят меня. Нету там никого. Так, вот этот парень одинокий сюда пошел, по-моему, да, наверх? Вообще, насколько я читал отзывы, здесь система такая, если вы однажды лагерь потревожили, да, то уже тревога не скинется, то есть вам придется... работать с тем, что есть. Дайте мне точку, я без точки в него не попаду, вряд ли. А вот, да. Хорошо. Так, теперь смотрите, у нас осталось... Да что ж такие глазастые-то, снайпер не заметил. Можешь лечь? Ага, зверь. Так, я там видел бензобак. Вот эти два стоят, курят. Давайте вот этого высекать. Где он там? Хорошо. И осталось двое. Ой, запалился жестко. Да нет тут никого. Я просто меняю положение тела, и он меня сразу палит. Может быть, поменять диспозицию? Хорошо, теперь отворачивайтесь. Я там видел бензобак где-то. Вот он, да. Все, спалились. Второго снимешь, нет? Вообще, я радио стрелял, чтобы вас отвлечь. Почему они меня заметили, я так и не понял. Район чист. Анимация пули возникает, когда вы убиваете последнего врага или снайпера на дальней дистанции. Безопасности. Противник нейтрализован или надолго отключен. Движемся к точке встречи. Все понял. Отлично, давайте проходим. Я так понимаю, коллектабл здесь никаких не будет. Или там какие-нибудь жетоны собирать предложат. Или еще что-нибудь. Такого. Я буду здесь. Прикрою Келлера и его ребят. Ты поднимайся на колокольню и займи удобную позицию. Удачи тебе. И тебе. Вот так мы отправляемся. Приближается катер врага, ныряй. Как? Лицовывайся. Пусть проплывут. Так, а где у меня шкала дыхания? Пульс? Ладно. Пульс уже 60. Повышается. 197 сразу, резко. От такого скачка сердце должно было лопнуть. Так, все, по-моему, могу плыть. Да, отлично. Давайте на колокольню. С высокого-то места будет довольно интересный момент, когда можно будет осматривать местность, имея вертикальное преимущество.
Так, если не прицелиться, то перекрестия нет, да? Давай нырять. Так, еще глубже. Давай. Побудем немножко. Ой! Нифига себе. Это я удачно зашел, да? Так, по-моему, если точка появляется, когда долго смотришь прицел, да. Один снят. А этого парня высекаем. Так, ты будешь забираться, нет? На корочках у него не получилось. А этого ножиком перережем глотку, я так предугадываю. Нет, по печени. Ну ладно. Мы вроде неплохо справились. Но все равно надо быть внимательнее. Мы уже без нашего наставника, нам уже никто не подскажет. Как говорится, орлята учатся летать. Выходим в свободное плавание. В западной части станционного парка. Андерсон, когда будешь на месте? Я наверху, направляюсь ко входу в церковь. Хорошо. Так, я надеюсь, церковь чиста. Давайте торопиться не будем, обыщем, может, что найти можно. Да, нам здесь на колокольню, там был еще второй этаж. Аптечки, патроны. Давайте возьмем. Чай, они у нас не бесконечные. Давайте сбегаем на второй этаж. Вы же знаете, я люблю исследовать места. Фигурка. Вот я про что и говорил. То есть, таким образом здесь коллектаблс реализованы, секреты. Это фигурки гавайских женщин. Нахожусь в церкви. Хула-хула, да? Поднимаюсь на колокольню. Хорошо. Можешь исполнить разок-другой Аве Марии. Так это что такое? Кровь? Вода очень хорошо храняется. Посмотрим, что можно сделать. Конец связи. Откуда кровь капает? А, от снайпера же мы здесь на колокольню высекли. Ну, прикольненько, вот античненько так. Поднимаемся, хорошо. А где сам труп? Так, берем винтовку. Совсем другого калибра. Нажмите F, чтобы занять позицию. Так, а она со снайперкой? Да. Ой, я имею в виду с глушителем. Я на месте, настраиваю крупный калибр. Каков план игры? Келлер на связи. Дело теперь за мной. 32-й, ты нас сейчас видишь? Вижу. Так, отряд точно, вижу вас. Мы поднимаемся. 7 человек. Прикрывай. Кортес и Николс, вы со мной. Диас, ты на стреме. Остальные охраняют позицию. Будьте готовы к отходу. Андерсон, прикрываешь нам спину. Спасибо. Постараюсь и вам по парочке цели оставить. Так, ну дальше меня не пускают. Враг кричали прямо по курсу. Зря не пали. Я вижу, и что? Подождем. Вот он, да? Но здесь нету глушака, то есть я один раз выстрелю, я запалился. Поддержка, мы позади причала. Нейтрализуйте патрульного, мы заберем тело. Ты что, предлагаешь мне его убить? Отправь его в ад. Так они же все меня запалят. Ну ладно, блин. Команда есть команда. Давайте ждем, пока появится точка. Ну, я думаю, примерно да. И что, никто меня не запалил? Да я не поверю никуда. Там такой звук должен быть адский. Ну ладно, поверим им на слово. Стреляй тогда, когда они повернутся друг к другу спиной. Мы должны сохранять скрытность как можно дольше. Ладно. Ждем момента, когда вот этот парниша. Давай уже. Не-не-не-не, вот этого первого высечем. Хорошо. Неплохо. Благодарю. Давай, отлично, в глаз. Оп. Все хорошо, тихо и незаметно. Вот я во всех шутерах люблю именно такие миссии, поэтому мне игра доставляет удовольствие. Противник слева на балконе. Давай. Так, его никто не выцеливает. Давай, стреляй. Тихо, я жду красную точку.
Ну, довольно прилично здесь нужно делать поправку, и если бы мне не помогала игра, я бы очень, как бы, пару раз, наверное, бы ошибся. В принципе, ветер, что, 4 метра в секунду. Примерно такая поправка, да. Андерсон, что там? Все уже чисто. Принято. Диас, что там у тебя? Здесь под контролем. Выдвигаемся на новую позицию. Парни, всем смотреть в оба. Есть контакт. Снайпер на вышке. Сними его, прежде чем он заметит трупы на причале. Не вижу, где. Вижу. Что за фигня? У них вертушка. Не стрелять, не стрелять! Тебе нужно просто его пересидеть. Будет очень плохо, если нас заметят. Хорошо. Так, я не помню, стрелять или пересидеть? Пусть убирается, не шевелись там наверху. Замри. А, вертолет пересидеть. Все, молчу. Не дышу. Еще совсем немного. Чисто, давай стреляй. Хорошо, попал? Объект уничтожен. Отлично. Три цели на платформе, нужно их поделить. Раз, два, три. Я возьму того. Снимаешь ты, мы берем остальных. Так, ну логичнее взять, наверное, вот этого, который идет. А они тех двоих. Или вы на одной линии хотите? За тобой, Коул. Ну-ка, давайте на одну линию встаньте. Ай. Да что ж ты будешь делать? Действуем. Хорошо. Поймал момент. Ну, в принципе, игра от меня от этого от меня и хотела, честь. Поэтому это не моя заслуга. Кто-то идет, прячься. Вижу. Впереди патруль, два человека. Не дай ему поднять тревогу. Хорошо. Как они не слышат выстрелов? Тут я не понимаю. Рейзер, убери его, пока не поздно. Отлично. Эдак его расплющило. 31-й, осторожно. Из-за здания я не вижу, что у вас с тыла. Я понял. Готовлюсь к встрече. Конец связи. Коул, я направляюсь к ним. Прикрывай меня. Вижу. Диас, неподалеку от тебя две цели. Первая на платформе, ближе к тебе, вторая на переходе. Она моя. Принято. Хорошо. Так, ну что, справишься? Хорошо. Как-то он его так ловко уронил, непонятно. Все чисто. Принято. Трое впереди движутся. Подожди немного, посмотрим, что будут делать. Ждем. Ну, давай посмотрим. Можешь спрятать оружие. Кажется, они просто болтают. Заткни их. Ждем момента. Действуем. Хорошо. Хорошо. Отлично. Все чисто. Вот эти моменты, когда нужно убрать двоих стоящих на одной линии. Я почти на месте. Нужно покончить с Васелем прямо на моем пути. Начинай их снимать, когда патрульный повернется к тебе спиной. Понял. Какой патрульный из них должен повернуться ко мне спиной? Хорошо. Черт, кто вы такие? Коул, мне крышка, помоги. Че? Валяй, запивай. Не вижу. Ладно, ладно, успокойся, ты меня поймал. Я сдаюсь. Да где точку? Точку дайте. Хорошо. Черт. Спасибо, друг. С меня пиво. Скажи спасибо красной точке. Смотри, скоро потребую. Прикройте штурмовую группу. 32-й, я встретился с ребятами. Готовимся штурмовать район возле радара. Как слышите? Вижу. Все понял. Прикрываю вашу задницу. Действуем. Прижми этих ублюдков! Хорошо. Вот так, ай, промахнулся.
Но не в голову, но тоже неплохо. Еще один. Отлично. И, по-моему, еще один, да? Движение довольно тяжело поймать, даже учитывая, что игра мне помогает. Пошел, пошел, пошел. Хорошо. Их систему, скорее всего, можно легко заразить вирусом. Разведка считает, что почти вся техника выпущена в начале 90-х. Понял. Добрались до цели, загружаем вирус. Все чисто, пацаны, работайте, что? Готово. Теперь эта штука и падающий метеорит не засечет. Постой. Что-то здесь есть. Ты, наверное, захочешь это услышать. Что будешь делать со шпионом? Конечно, его нужно допросить, идиот! Отведи его в комнату босса рядом с вертолетной площадкой. С ним ничего не должно случиться, понял? Да, сэр. Но я готов спорить. Если он попадет к телохранителю босса, то ему придется опять отмывать стены. Мы отправим данные заложники в центр спецоперации. Будем держать вас в курсе. Андерсон, теперь отправляйся к месту заключения сделки. 3-1 закончит с теми, кто скрылся, и прибудет по воде. Я так понимаю, среди нас крыса где-то, да? Ну хорошо, акт первый мы закончили. Давайте подведем небольшой итог по игре. Что можно сказать? Графически игра несовершенна, но если не придираться, то на современном уровне вполне можно играть. Картинка глаз не раздражает. Порадовала игра света и тени. Вот этот свет, пробивающийся через тирни деревьев, создает такую хорошую густую атмосферу, как я и люблю. С точки зрения геймплея, если игра будет в таком же ключе, как мы прошли первый акт, то я пройду игру с удовольствием. По той причине, что, как и многие, я во всех шутерах военных люблю миссии, которые связаны именно со снайперской работой, с поочередным устранением целей из дальних, недоступных для врагов дистанций, когда тебе ничего не угрожает, и ты можешь так рукой бога решать, кому жить, кому умереть. В то же время баллистика для любителей и дилетантов снайперского дела реализована довольно дружелюбно. То есть вы видели, я очень много убил народу благодаря тому, что мне подсвечивалось место, уже просчитывалась траектория пули, и красная точка указывала мне, куда стрелять. То есть твоя задача только подстроить ее под движение врага и под его диспозицию. То есть это, опять же, дружелюбие к любому виду геймеров порадовало. То есть я буду играть на среднем уровне сложности. Мне нравится следить именно за развитием событий и так с помощью подручных средств их убивать. С той же точки зрения, я думаю, что на сложном уровне эти все настройки отключаются, и те, кто любит хардкор, тоже получат от игры удовольствие. Не знаю, как на хардкорном режиме реализована баллистика. Может быть, мастера этого дела скажут, что все дерьмово. Это уже не ко мне. И с точки зрения подачи сюжета, видно, что с первой части они сделали довольно ощутимый шаг вперед. То есть подача идет уже как с точки зрения диалогов, так и развитие какой-то сюжетной линии. Посмотрим, что будет дальше. Наверное, сделаю прохождение на канале, но уже чуть попозже, когда закончу с тем, что идет сейчас на канале параллельно. И возьмемся уже за эту игру. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был AnybodyPlay. Все, пока. Пока.